много клуб на свете есть, их вообще не перечесть. Но про эту вам сыграет сектор, кто в жару и твой мороз свой не покидает пост. Это смелый госавтоинспектор, соблюдит закон и честь наш инспектор ДПМ. Не попала в задный жест, охраняет нас, хай, доблестная, честная и сердцу дорогая госавтоинспекция, ты нам как мать родная. Еще раз здравствуйте. Ваши документы, пожалуйста. Ай. Я смотрю, вы любите под колеса бросаться. Это уже у вас не первый раз. Да, не первый раз. Не в первый раз. Видите, переход инспектор правит. Ну? Под прямым углом. Все в порядке. Так. Вы почему? Какой пункт правил говорит о том, что я... Вам называть пункт правил? Почему? Вы обязаны мне... Я не обязан вам. Как-то вы не обязаны. Не обязан. Я вам могу даже в камеру сказать. Не обязан. Пожалуйста, ваши документы. Вы не обязаны сказать, какой пункт правил я нарушил. 4.3 пункт правил. Будьте добры. Ставьте номера. Не надо на полу, на переднюю часть. Будьте добры, пожалуйста, ваши документы. Прикрутите как-нибудь, возьмите, прикрутите. Пожалуйста. Лейтенант полиции. Инспектор ДПС. Все? Все. Спасибо. Будьте так любезны, ваша водительская на машину, выполните мои законные требования. Да, пожалуйста. Леша, останови, пожалуйста, семерочку. Я тебе дам, Жеша. Так, ну, пункт 4.3 вы выполнили. А вот Владимир пункт... Петрович, посчитайте, я знакомлюсь, вот я правила дорожного движения знаю, я не обязан вам... А пункт 4.6, вы не на проезжую часть, вы не должны задерживать. Очень далеко, семерочка. Хорошо. Вон она есть, Леша. Что еще раз? А 4.6 пункт вы не выполнили. Хорошо, вы считаете, что я в чем-то виноват? Владимир Петрович, да, если вы считаете мои действия неправомерны, на вас будет составлен административный материал, так. Что вы не предоставили преимущество. Составляйте. Протокол, я не согласен. Обязательно обжалую. Протокол, пожалуйста. Владимир Петрович, вы на основании чего управляете? Какого документа? Доверенность. Страховой полис сразу посмотрите? Вот знаете, кто это вам выписал эту доверенность, скажите, пожалуйста. Мне эту доверенность выписала компания ООО «Белантлия». Конкретно кто вам дал этот документ на право распоряжения транспортным средством? По-моему... ...этой компании, где разрешен пункт, там где написано то, что разрешается выписывать доверенность. А какой пункт запрещает выписывать доверенность? У нас согласно гражданскому кодексу, может только на физические... когда машина принадлежит физическому лицу, можно выписать простой в письменной форме. В иных случаях те машины, которые принадлежат юрлицам, выписывают путевой лист. А если выписывают путевой лист, давайте, откуда я знаю, может ли директор данной организации, либо заместитель его, распоряжаться этим имуществом. Согласно, значит, вашему уставу, вашей компании, я должен ознакомиться, посмотреть. Да, действительно, если есть такое, вопросов нет. Тогда будет действовать ваше... Простите, фамилию я уж хорошо знаю, а имя забыл. Александр Юрьевич. Александр Юрьевич, смотрите, согласно пункту 2.1.1, я вот даже... Я знаю, что вы его знаете наизусть. Вот покажите, где я должен устав компании вам показывать в этом пункте. Это в гражданском кодексе. Я езжу. В гражданском кодексе. Согласно этому. Да. Потом, на юрлица доверенность не выписывается, на юрлица. Здесь вы я с вами согласен. Но я физическое лицо. Вы, да. Ну, на физические лица выписываете доверенность? Вы, правильно, я помните, выписывалось юрлицом. У меня нет документов устава данной компании. Автомобиль является лизинговым. Путевого листа нет, только доверенность. Вот я вам еще раз объясняю. Доверенность может выписывать в том случае, когда вы... Основание какой статьи Гражданского кодекса? Когда вы показываете еще устав, да, где там конкретно подтверждает... Да, того человека, который дает именно выписать. А какая статья Гражданского кодекса об этом говорит?
Что? Какая статья Гражданского кодекса? Я не могу вам сейчас сказать, я же не обязан это все помнить. Я помню то, что она действительно... Согласно 185 приказу, вы обязаны указывать мне пункты правил и законов, которые я нарушаю. Опять не обязан. По гражданской статье, по гражданскому кодексу не обязан. Хорошо, я... А это зачем вы наклеили, если вы их не даете и не давайте с вашей пункты? Для того, чтобы лишние вопросы не возникали у инспекторов. Вот, знаете, начинают, крутят, вертят, вот права крутят, вроде как нарушил. Все понятно. У вас же камеры везде стоят. Ну да. Ну, всякие случаи бывают. Чтобы вопросы отпадали сразу. Так а никто не берет сейчас. И не брал никто. Вы о чем говорите? Мне не рассказывайте. А кто? Кто у вас брал? Вы давали кому-то? Давайте мы на этот вопрос я вам отвечать не буду. Так как что дача, как дача, так и прием взятки уголовно наказуемое деяние. Поэтому на данный вопрос я согласно 51 статье Конституции отвечать не буду. Вот. Страховочку, да. Сильно спешите. А что? Просто так. Вообще спешу. У меня рабочее время. А вы хотите меня подольше подержать? Нет, почему? Меня недавно один ваш товарищ... Мне кажется, вы хотите подольше постоять. Нет, смотрите, я вас просто предупрежу, я не пугаю, не пугаю. Хорошо. Меня 4 мая ваш коллега остановил. Угу. Я вам просто покажу, какая жалоба на него была. Смотрите, 6 листов. Уже принято облгаи. По факту незаконного замера тонировки. Ну вот. Что, и что, отменили протокол? Я написал, чтобы с места жительства направили в облгаи. Ну, отменят, не отменят, это мы будем уже решать дальше. Рассмотрение. Да, сейчас рассматривается дело. Будет рассматриваться на месте. Что-то поменяет. Вам заняться нечем. Мне есть чем заняться. Для того, чтобы вы работали по закону. И это я к тому... Подождите, померили, вы считаете неправильно, да, тренировочку? Я не то считаю, я уверен, что неправильно. А как это получилось? Вам вас научить. Мне интересно, вас... Здесь, да, на нашем посту? Да, на вашем посту. А как фамилия? Можно узнать? Кто писал вам? На камеру я не буду озвучивать. Да не надо. Давайте я так дальше. Вот. Ну, все, знаю. Как же он так мерил, потому что неправильно. Ну. Что, ночное время суток померил? Нет, не ночное. Были. Во-первых, он инспектор ДПС, а не технадзор. У нас есть технический регламент номер 720. Я его читал. По поводу того... Разъяснение Верховного суда тоже надо было прочитать. А сейчас? Там, по Верховному суду? Тоже, если я сейчас найду, там где-то лежит тоже разъяснение, то что может мерить... Есть. Сейчас, секундочку. А, это прокуратура. Это прокуратура, вот, облгаи. По поводу Верховного суда, сейчас я вам, если вам так интересно... Так. Я вам хочу сказать, у нас сколько было жалоб вот именно по этому вопросу, то, что вы сейчас говорите. Федеральный суд не отменил ни один протокол. Вы думаете, плохо, вы одни такие, у нас через одного бывает. Плохо и... жалобы писали. Ну, вы знаете, в федеральном суде уже вот там грамотный человек, компетентный в данных вопросах. Рассматривались очень долго эти дела. Вот, данные... Согласно пункту 5.3 утвержденного приказа МВД России от 7.12.2002 года, 12.40, наверное, я вам о чем-то говорит. Название не буду. Зачем? Да. Данная позиция подтверждается и постановлением Пленума Верховного суда от 5 декабря 2008 года, утвердившим обзор законодательства судебной практики Верховного суда за третий квартал 2008 года, где в ответе на 11 вопрос содержится сведения об основных технических средствах, используемых в работе ГИБДД, назначение этих средств, типах и марках, а также о службах, имеющих право использовать каждое конкретное средство. Все, что касается вопросов измерения светопропускания, тоник, блик, свет и т.д., отнесено Верховным судом к компетенции подразделения технического надзора. Это от 2000 года, да? 2008. 2008 года? Да. Да. Пленум Верховного суда 2008. Да, у нас, я сейчас скажу, по-моему, от 10-го, да? От 10-го. У нас пришло от 10-го, были изменения. Смотрите, я сейчас... Может быть, вы изменения просто... Я подам жалобу в прокуратуру, прокуратура даст ответ. Если... Это понятно. Если действие... Да, не, я понимаю. Дело главное в правильности, правильно? Да, но... В законности действует. А скажите, пожалуйста, в тех регламенте, что сказано по замеру? Как должны, в соответствии чего мерить? Замер
замеры производятся любым инспектором дорожно-патрульной службы. Так. Замеряется, при этом протирается у нас ветошью. Хорошо, в дальше. В трех местах берется среднее значение светопропускаемости стекла. Вставляется одностатевый материал. Да? Еще что? Вы пункт 7.3 не хотите открыть? Да. Это не то немножко. Это то, так как это все... Это то, что пишется на 100 рублей. Не 100 рублей. Сейчас, пункт 7.3. Вот. То же самое. Я не помню, как конкретно написано в техрегламенте, но он ссылается на ГОСТ. Что? Наверное, сейчас. Светопропускание которых соответствует ГОСТу такому-то. Подождите, это вы примечание читаете. Примечание. Вот 7.3 установлено. Сейчас. Вы примечание читаете про или... верхнюю полосочку, то, что должно составлять. Или... Или в пункте 12.40. Я не... Вот сейчас прям вы меня врасплох застали. Короче, светопропускание замеряется в соответствии с приказом 207-902-88. А там вы обязаны соблюсти три параметра. Давление, влажность. А, это да, вопросов нет. Конечно. Вы когда-нибудь это замеряете? Конечно, мы каждый раз отваливаемся в эти службы. Они нас... Вы знаете то, что влажность при какой температуре должна замеряться? Влажность? Да. А понимаете, 95% влажности должно составлять. 95% влажности уже не подходит для замера. При какой температуре, вы знаете? От 15 до 25. Нет, замер производится. Нет. Вот вы знаете то, что от минус 10 до плюс 30 как раз-то у нас влажность не меряется. При относительной влажности меряется при температуре плюс 30 и выше. Смотрите, влажность, как замеры производят влажности, я не знаю, но дело будет так, данная жалоба будет рассмотрена, определение по нему не будет вынесено, и не одно. Впоследствии все это будет обжаловаться, и я буду идти до конца. А если прокуратура начнет правомерные действия? Правомерные? Что дальше? Буду писать... В Генеральную прокуратуру буду серьезно? Писать. Абсолютно. Стоит она за 500 рублей? Стоит. За 500 рублей. Дело принципа. Но вот вы думаете, инспектор вот просто он вышел, взял прибор и будет сейчас всех шлепать и писать. Оно ему... Так что там вы думаете, просто... С какой целью интересуетесь? Просто. Не ради протокола. В сфере медицины. Медицина? В области медицины. Я просто прошу от инспекторов соблюдение законностей. А вы смотрели видео, да, я так понял? Какое? Ну, то, что не предоставили преимущество, там был у нас предоставлен. Данное видео сделал мой друг, а разместил его я с вами. Это я его разместил. Вы размещали? Да, и данное видео разместил я. А почему вы меня не спросили? В законе о полиции сказано, что действия полиции гласны. Можно фиксировать лицо, все его действия, а вы знаете то, что в первую очередь я являюсь гражданином Российской Федерации. Я могу вот сейчас вот, в отношении вас подать иск, как гражданин Российской Федерации, на то, что его разрешение разместили публично, лицо на обозрение всем. Хорошо. Вы знаете это? В законе о полиции сказано, что деятельность полиции является гласной. Да. Первое. Второе. Оценка деятельности полиции. Оценка. Как же точно не помню, что говорится в законе для о полиции. Кого это видео, для кого? Для разбирательства. Для доказательства. Да, на видео. Для того, чтобы вы доказали свою правоту. Правильно? Вот кто у вас друг-то? А? Кто у вас друг? Да. Его хорошо знать. Он его тоже хорошо знает. Друг он его. Меня тоже. В кавычках друг. Товарищ водитель. Да. Вот я вам еще раз говорю. Не лично я, а мой друг Волгограде работает. Он отсудил 65 тысяч за то, что он его выложил в интернет. Просто я вам на будущее не надо. Вот а вы по интернету там, извините, полазите и узнаете. Там даже... Даже да. На Ваню это... А кто на кого Моисеева. Подавал? Вот такой же тоже сам телевизор, такой же... Тоже выложил в Генеральную прокуратуру. Прокуратура, то есть это, города Волжского. Они вычислили по IP? 55 тысяч он нам заплатил. 5 тысяч? 55. 55, да. Вы же законы знаете. Вы просто, вы понимаете... Что, причем здесь законы полиции? Во-первых, он еще и гражданин Российской Федерации, прежде всего, а потом уж полицейский, конечно. Правильно? В данном, вот сейчас, в первую очередь, вы должностное лицо, да, а уж да, потом да. Гражданин. Да, потом, я всегда задаю инспекторам один вопрос. Если вы действуете по закону,
Что вы боитесь, что вас выложат в интернет? Да вы подождите. Я не боюсь лично. Вот. Нет, вы выкладываете вопросы. У меня есть ролики. Не то, что вы выкладываете, но главное поймите. То, что, может быть, я не хочу, чтобы меня кто-то видел. Личность мою, я не хочу, чтобы кто-то смотрел там по Ютубу. Деятельность полиции является гласной. Нет, деятельность полиции гласной не для всех. Как это не для всех? Вот вы сейчас останавливаете газель. Да. Я могу подойти и спросить, а за что вы ему выписываете протокол? И вы мне обязаны сказать. Я имею право полностью стоять. Понимаете, я же в первую очередь являюсь гражданином России. Нет, стой. Вы сами документ подал, так что ли? Нет, еще протокол сейчас будем вставлять. Да я вас отпущу. Нет, составьте протокол. А у меня руки чешутся обжаловать. Товарищ водитель это. Вы сейчас это выходной сегодня, да? Нет, я на работе. Ну, счастливого пути. У вас просто долго очень придется. Вы до конца своей жизни с жалобами просто разберетесь, я так думаю. В смысле? Ну, с жалобами с этим. Посмотрим. Представляете, вот уже на пенсии, а все с жалобами. Сначала надо быть, извиняюсь, выражением мужиком. А потом. Подождите. В первую очередь нужно действовать по закону. Закон. Потому что сейчас кто-то беззаконие делает, вот эти. Наклейки вот эти на львам, кто-то по закону делает, вот скажите. С моим знанием НПА нет. Можно много, я могу вам много рассказать. Я не знаю, где вы там сталкивались, знания, не знали. Вот. Например, вот с кем я работаю и кто со мной работает, я таких не знаю, которые знания, либо которых вам подойдет и просто так, к примеру, скажет, что у вас там тренировка или что-то еще, просто так. А вот где вы там сталкивались, я не знаю. Владимир Петрович, мы просто сделаем вам время побольше в вашей личной жизни. А вы, понимаете, чтобы семьей занимались. Раз вы видели мои ролики, вы посмотрите, пожалуйста, как ваш руководитель со своим напарником мне выписывал протокол. Какой руководитель? А на чем? Чоп, я был на Ниве. Ну. Ваш же начальник? Ну, командир. Вот, командир. Его напарник. Да. Я не могу что-то утверждать. Но на видео видно ехидная улыбка. И видно, скорости, что ли? Да, видно, как он поплевал на палец. И почему-то после общения у меня надпись «ЧМО» появилась. Это капитан 34 года. А вы говорите про то, что... А это он написал разве? Это не он. Конечно, нет. Прямых доказательств нет. Поэтому понял. У меня смотрите, пожалуйста, что у вас ничего не написано. Поэтому у меня камера сзади сейчас висит. А вы на скажете, что... Я понял, почему что у нас будет, что мы написали вам. Александр Юрьевич, а почему вы не хотите составить протокол? Я же нарушил. А что вы нарушили? Ну, якобы, со слова инспектора, я не уступил ему дорогу. Кому? Да мне дорогу. Я прощаю. Вот Александр Юрьевич, а что же вы так не уступаете? Вы же закон послушаете. Кстати, Александр Юрьевич, по поводу пункта 4.3, да? А где вы видите здесь пересечение проезжих частей, по которым вы можете переходить? Пересечение проезжих частей. Откройте, почитайте. Давайте вместе почитаем. Интересно. Если нет пересечения проезжих частей, читайте внимательно. Так, пункт 4.3. 4.3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Этого нет. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей. Дальше. На участках без разделительной полосы и ограждений, где она хорошо просматривается в обе стороны. Так. Выйдя, пункт 4.6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, а это в частности в данном случае относится к вам, не успевшие, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки. Вы должны были остановиться на двойной... Вы тогда только начали подъезжать. Там, продолжать переход можно лишь, убедившись в безопасности дальнейшего движения с учетом сигнала. Когда я выхожу, мне надо резко Александр остановить. Пожелайте нашему водителю счастливого пути. Пример, выходит инспектор. Надо подать знак внимания и остановить движение. Это все надо резко сделать. По вашему случаю. Надо нести инспектора. Да? Просто это не... Вы обязаны перед началом перехода убедиться в безопасности перехода. Правильно. Вы убедились? Тут медленно у нас, а вы у нас летите на огромной скорости. 60 км в час? Нет, вы 120 ехали.
докажите. У вас у нас есть камера, все зафиксировано. Пожалуйста, накажите. Придет по почте вам все. Накажите. Придет по почте, там автоматическая съемка идет. А если не придет, получается, вы сейчас... Не придет, значит, она не поймала вашу машину. Вы сейчас говорите неправду. Неправду? Не знаю, это же компьютер. У вас нету в глазу измерительного прибора? Нету. Да. Нету. Поэтому как вы можете утверждать, что ехал 120? Я вам не утверждаю, я говорю, возможно, придет. Возможно. Да, если нет, знает, вы сказали, она... выехали 120, камера зафиксировала. Камера зафиксировала? Если нет, то вы сейчас если меня... Если не зафиксировала, то она не придет вам. То вы сейчас нарушаете закон о полиции, вы оскорбляете меня тем, что вы... Я же вам сказал, возможно, я же не сказал, вы конкретно у нас превысили такую... Вот я сказал, я ехал 60. Нет. Да. Я вам сказал, возможно. Правильно? Возможно. Да. А, вы сглаживаете углы. Вы поняли свою неправоту или нет? Правота, ну почему? Я должен понимать, какую-то правоту. Я просто хочу, чтобы у вас в своей жизни, в личной, было очень много времени. Спасибо большое. До свидания. Вы себя... Аккуратнее только. Не выписав протокол, вы себя хорошо оберегли от написания очень грамотных жалоб. Я уже, знаете, я вот с жалобами уже надпись. Да? Вот честно, надпись. Уже вот эти жалобы... Понимаете, это сейчас, ну пусть 5 лет, 10 пройдет, но все так. Отойдет, потому что инспектора начнут работать по закону. Когда обеспечат нас полностью всем тех средствами, давайте у нас уже до того дошло. На визир снимаешь, видно номер, видно машину и спорит человек. Я буду спорить. А о чем? Мне один инспектор выписал протокол, утверждая, что я ехал 110. А я ехал вот голоду на течение 90. По третьей продольной. Знака на въезде, что это город, не было. Я ехал 90 класс по правилам дорожного движения. Он мне пишет 110. Но сзади меня было два автомобиля и фура рядом. Где доказательства, что это моя скорость? Я наравне с фурой шел. Вы фотографии видели с вами? Видел. Ну там конкретно ваши фотографии? Нет, там конкретно была дорога. За мной много автомобилей. И напротив меня был автомобиль. То есть в этой фотографии еще присутствует? Да. Если визир... Я вам говорю, если непосредственно во весь экран видна одна машина... На всей дороге? Да. То все. Спорят люди. Вот базаром? Тогда да. Все, тогда виноват. Что вот спорят? А зачем выписать протокол, если где-то порядка 5-6 автомобилей на участке дороги, и я якобы виноват? Извините. Тут я ставлю полностью. Вот. Правила дорожного движения я не нарушаю, поэтому... Ну, на будущее. Ну, переходит инспектор дорогу, я думаю, ну, не надо так принципиально давить на газ. Ну, вы прям... Спросите, ну, вы кинулись мне под колеса. Все в поток вот ехали, ну, все тихо, ну, а вам, ну, надо было прибавить. Ну, было заметно. Я не прибавлял, я ехал ровно 60. Давайте останемся, покажем, все, едет, хорошо? Хорошо. Да. А насчет обозрения в интернете, подумайте, подзадумайте. Нет, данный ролик я выложу, но вашу фамилию я сотру. Нет, я к чему? То, что ты не смог, это вот зачем оно? Ни к чему. Так вы действуете по закону. Да кто не по закону? Вам что? Вам же никто не грубил. Не грубил, не хамил. Правильно. Но помимо грубости... Вы помните, уже отошли по времена, уже другие инспектора пришли. Работали в 90-х, сами не понимали. Угу. Все уже поменялось практически, осталось сиденье. Так что, я думаю, не надо на всех так грешить. Нет, не все. Я везде и всегда утверждаю, что волгоградские инспектора, не знаю, как в других областях, наш волгоградский, является одним из самых лучших. Из лучших. А руководство в ГИБДД адекватное. Потому что вот в городе Орел, насколько мне известно, там обжаловать какое-то действие инспектора или протокол практически невозможно. У нас, если я прав, я его обжаловал. Поэтому я хочу сказать спасибо нашему руководству за то, что... И инспектора у нас вполне адекватные, нормальные. Но все равно иногда закон переступают. Ну, вот тоже помимо правил, со стороны водителя тоже есть недочет. Всякие очень бывают. Много. Так что мы будем бороться. Ясно. Удачи в службе. Сходите. До свидания.